Евангелие заложено, да? Да, шестое. Очень хорошо, отлично, оно синхронизировано. Лоб, да, братья, понимали, пока на престоле там мало нужно пока. Подобная такая была ситуация, когда я вам приезжал. А я там же есть. Ничего себе. Ремонт, Джой!
церкви и соединении всех. Господу помолимся. Боже, подожди Боже, Господу помолимся. Господу помолимся. Стране и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухом, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, избавитесь от нас, от всякие скорби, гнева, thank you.
Твоим посетим роды их, поврежете плоть вашу крайнюю, и будет знамение завета между мною и вами, и между семенем Твоим по тебе в роды их, и от рача осмодневно обрежется вам всяк мужеск пол и родишень ваши, и мужеский пол и жене обрежет плоть крайнюю свою во восьмый день. Потребится душа она в рось до своего, яко завет мой разорила ей. Слово убегнет, вместо же его предается нечестивый. Во устех же нечестивых сей гражданов, чувство же праведных благопоспешное. Во благих праведных исправится град, и погибели нечестивых радование. Во благословении правых возвысится град, пустые же нечестивых раскопается. И от сия души, и от всего помышления нашего рцы. Господи, Вседержителю Боже, Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господине и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, и о всей во Христе братии наши. Еще молимся о Богохранимой стране нашей России и спасении ее, о народе, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святого благоверного великого князя Александра Невского, и же во святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона,
митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добропобедных мучеников, богомучеников и исповедников российских, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Илариона, архиепископа Верейского, святых царственных страстотерпцев, преподобно мучениц великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, преподобных отец старцев оптинских, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России, чудотворца, преподобного Серафима Саровского, чудотворца, и преподобного Александра Свирского, чудотворца, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексия Московского, святых блаженных жен Ксении Петербургские и Матрона Московские, святые преподобные Арсении, игумени Ость Медведецкие, святого священномученика Николая Иже в Верхнем Гнутове, святых и праведных Боготец Иоакима и Анны, и всех святых молим Тя многомилостиве, Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Все.
нас моление, нас грешных, и помиловати нас. Боже, море далече, и милостиве, милостив буди, владыко о гресях наших, и помилуйны, милостив Бо, и человека любит за Бог Иси, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силы честного и животворящего креста, Предстательство честных, небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных Отец наших, и живо святых Отец наших, и вселенских великих учителей, святителей, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца, и живо святых отца нашего Спиридона, епископа Тимофунского, чудотворца, святых равноапостольных, Мефодия Кирилла, учителей славянских, святаго равноапостольного великого князя Владимира и святые равноапостольные великие княгини российские Ольги и живо святых отец наших, сия России чудотворцев, Михаила, Петра, Алексея, Онны, Филиппа, Ермогена, Иннокентия, Макария, Димитрия, Митрофана, Тихона, Феодосия, Сава, Петерима, Иоанна, Иннокентия и Сафрония, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеймона, святые великомученицы Варвары и святые благоверные, российских князей и страстотерпцев, Бориса, Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших, Антония, Феодосия и прочих чудотворцев печерских, преподобного Иова Почаевского чудотворца, преподобных и богоносных отец наших, Сергия Игумена Радонежского чудотворца и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Николая Пресвитера и же Верхнем Гнутове, святого благоверного великого князя Александра Невского, ученика Василия Анкирского, святой Эмилии, святителя Афанасия Полтавского, чудотворца, преподобного мученика Иеремии, священного мученика Платона, епископа Ревелевского, и с ним Михаила и Николая пресвитеров, священного мученика Александра, архиепископа Самарского, и же с ним Иоанна Александра, Иоанна Александра Вячеслава, Василия Якова пресвитеров, и живо святых отца нашего Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийского, Его же память ныне совершаем, святых и праведных Бог Отец, Иоакима и Анны, и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благ и человека любец. Thank you.
Иисусе Христе Божий наш, благослови выпять хлебу и 5000 насытивы, сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия возведем граде сем и храме сем, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освети, яко Ты си благословляя, и освящай всяческое Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем, совизначальный Твоим Отцем, и с пресвятым и благим, и жадорящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Тяжкого тяготешено мне, о смерть дешая, согнишь рано мои от лица безумия моего, о страдах и слякохся до конца, весь день сетуя кожда. Господи, Господь мой, я вступил в меня, он мне помощь мою, Господи, спасение моего.
на всяком месте владычествуй Его, благослови души мои Господа. Господи, услышь молитву мою, внуши моление во истине Твоей, услышь меня в правде Твоей, и не вниди в суды с рабом Твоим. Яко не прямдится пред Тобой всяк живый, яко погнаврат душу мою, смирив я землю живот мой, посадил меня в темных, яко мертвый века, и уныв во мне дух мой. О мне смятися сердце мое, поминут ги древние, поучихся во всех делах моих. О Богу, храни меня в стране нашей российской, и о спасении я, властях воинств и народе я, Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недумающих, страждущих принять. Яко Твоя держава, и то есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Thank you.
Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресно Деву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Христу Богу при грешении оставления даровати, празднующим любовь святую память Твою, имени Христа и во веки веков. Аминь. Все живо.
пришим к нему иудеям, а съесть дверь, ноящий, кто в ней не спасется, и в ней нет, и изыдет, и пожить обрящет. Тот не приходит, разве да украдет, и убьет его губит. А с придов да живут ему, и лиши ему. А здесь и пастырь добрый душу свою полагает за овцы, а наемники же несть пастырь, ему же не суть овцы своя. Видит волка ведущий, оставляет овцы и бегает. И волк расхитит их и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. А здесь мы пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя. Яко же знает мя отец, и я знаю отца, и душу мою полагаю за овцы. Ины овцы моя же несут от двора сего, и ты ми подобает привести, и глаз мой услышат, и будет едино стаду, иди. Пасты. Слава тебе, Господи, слава тебе, человеколюбие, единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Спасибо.
Господу помолимся. Духу ныне пресно и во веки веков. Аминь. Плоть обрезается, закон исполнивай, яко младенец осмодневен, веков зиждите, и пеленами повивается, яко человек, и млеком питается, и жився безмерной крепости. Господи, Боже, Отче Божий, Сын Отец, Святой Великий, помилуй нас, Святой Великий, помилуй нашу, 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 Святой Великий, помилуй н
святейшем патриархе, Кирилле, его господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Настоятеля, братья, прихожу святого храма сего,
останемся на свете Отца Твоего, да в нем улучшимся присутствие Твое, и спрайся к нашему делу заповедь Твоих, молитвами, Пречистая Твоя Мать, Твоя Мать, весь ее святых. Аминь. Знамой Боги, Боже, победите на нем, и обои избавшимся от злы, Богода святой, а после суете, обитой Богородице, но я бои Высокопреосвященство, дорогой Владыка, позвольте от лица Священного Собора, от лица братьев и прихожан святого храма сего, носящего имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, который воспитал очень много священников и даже одного архиерея, от всех нас приветствовать вас и поздравить вас с праздником. Попросить ваших архипастырских молитв о всех нас, чтобы не оскудела любовь Христова на месте сем, чтобы умножилось братолюбие и укрепилась вера. Вас лично приветствую с каноном великого праздника обрезания по плоти Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа и честь и память святителя Василия Великого, архиепископ Кесарий Каппадокийский. Немало удивился, увидев этот дивный храм в городе Волгограде. И память Иоанна Кронштадтского, конечно, пробуждает мои все отцы, те духовные связи, о которых мы постоянно говорим. В том числе о духовной семье митрополита Гурия Егорова, который является духовным отцом нашего митрополита Германа. И вот отчасти я к ней принадлежу. И вспомнился вот сейчас случай, пока я слушал отца-настоятеля, о том, что кронштадтский пастырь воспитал множество духовенства, в том числе и архиереев. Один из духовной семьи Владыки Гурия, епископ Стефан Никитин, был хорошим врачом. В те далекие времена, начала 20 века, он, как и многие, как святитель Лука, пошел в народ лечить простых людей, будучи очень грамотным, высоким профессионалом своего дела. И все его уважали, любили. И как-то в один из праздничных дней, наверное, была какая-то памятная дата у него или юбилей, поздравляли все жители того села или города, где он служил врачом. Говорили много приятных слов, величали его искусные руки, его чуткое сердце, его тонкий пронзительный ум. Но в конце концов сказали: «Всем вы хороши, Сергей Николаевич, но вот одного вам не хватает». Он смутился, не ожидал, конечно, такого. Чего же не хватает мне, чтобы я вот всем-то был хорош? Он говорит: вот в Бога вы не веруете. Он потупил глаза и сказал: ну что же могу сделать? Вот образованный, так вот как я могу вдруг и в Бога уверовать? А вы съездите к отцу Иоанну Кронштадтскому. И он, в общем-то, под взглядом сотни людей согласился, поехал. И вот короткая беседа, по-моему, они в поезде говорили даже, совершенно перевернула внутренний мир. И он вышел из этого вагона уже глубоко верующим человеком. Более того, он вошел в так называемую Мечевскую группу в Москве на Моросейке 15, в храме святителя Николая в Келенниках, где известные прославленные церковью, исповедники трудились. Отец Алексей Мечев, его сын Сергей Мечев. Но они потерпели гонение, заключение, ссылку. И вот их место тогда
занял Сергей Николаевич. Тогда еще он был мирским человеком. Ну и его скоро близкие люди, так сказать, сдали. И он пошел в лагеря. И уж раз мы затронули историю его жизни, то я позволю себе немножко продолжить. Потому что она интересна, может, кто-то знает. Потому что уже этот случай жизни описывается в некоторых книгах. Он как врач в лагере был принят тюремным начальством и обследовал заключенных. И, конечно, как человек верующий, старался всем как-то снисходить и давать послабление, особенно духовенству, особенно монашествующим, верующим людям, освобождал их от работ. Ну и так как-то получилось, что опять на него донесли, и ему грозило еще плюс 10. Плюс 10 лет отбывать ему в колонии, тогда как осталось ему до выхода уже меньше полугода. И он пришел в страшное уныние. Как говорится, лица не было на нем. И, безусловно, эту перемену заметила его верная помощница, медицинская сестра. И стала допытываться: Сергей Николаевич, что с вами случилось? Да ну, там, Верочка, ничего уж не изменишь, так, видимо, осуждено. И она выпытала у него, что произошло. И говорит: знаете что, вам нужно обязательно поехать к Матроне. У нас в Рязанской области есть город Анемнясевск. Вот там живет блаженная Матрона. Не та московская Матрона, а другая. И вот она такая молитвенница, она такая подвижница, она всем людям помогает. Вот стоит только попросить ее, и нам точно поможет. Верочка, вы в своем уме? Где мы и где Рязань? Как я буду просить? Ну, так и знал Сергей Николаевич, мне нас поднимите. А тема серьезно. Вы, когда пойдете на обед, немножко отстаньте от группы заключенных и покликайте ее. Как покликать? Ну, так, покричите: Матроша, помоги. Он посмотрел на нее, он говорит: ну, что вы теряете, в конце концов? Он подумал, на самом деле, что я теряю. Все-таки 10 лет на весах. И он отстал от этой группы и закричал от сердца: Матрошенька, помоги, пропадаю. И дал себе обет. Если она поможет ему, он обязательно к ней приедет. И что вы думаете, того начальника лагеря как-то вдруг перевели в другую колонию, пришел новый, он в эту ситуацию не вошел, и его, как сказать, вовремя освобождают. Он выходит на свободу. Вместе с ним какие-то там ребята едут. Он спрашивает: вы куда? В Рязани. Ну, вместе поедем. А знаете ли, там такая вот есть блаженная у вас, в Анемнясевске. Да что ж, кто? Все ее знают, конечно. Как найти? Да вы выйдете только на вокзал, любого спросите, вам пальцем покажут. Так и получилось. Приходит он, находит это на улочке домик какой-то невысокий, стучит в дверь. Тишина. Приоткрывает, полумрак в комнате, и вдруг голосок: входи, входи, Сереженька, я тебя давно жду. Он опешил, пригляделся, в середине комнаты стоит стол, на столе какой-то ящик. А из этого ящика с любопытством выглядывает умное лицо маленького человечка, существо без рук и без ног, такой инвалидик лежит в коробочке. Когда он подошел, она сказала: благословите, владыка. Он: да что вы, я и не владыка. Будешь, будешь. И вот она все рассказала ему, и прошлую жизнь, и настоящую, и как он ее кричал там в кустах лагеря, и что его ждает впереди. И, вы знаете, ее пророчества сбылись. Его постриг монашество митрополит Гурий и представил его на архиерейство. В 60-х годах он был викарием патриарха московского Всея Руси Алексея I Симанского, был епископом Можайским. И в своей проповеди митрополит Гурий говорил, что вот
в наше время не часто возводят в архиереи. А вот нашего ставленника Господь принял и синод утвердил, и его привлек к себе. Вот такая у нас с вами сегодня связь с святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Пусть его благодать и святые молитвы привают и на этом храме, на всех, кто здесь служит, поет, помогает, молится, ну и на нашем богоспасаемом граде Волгограде. А не Господь и Матерь Божия. У нас служба прилетела вообще незаметно, да? Просто. Вот вы хорошие такие молитвы несли. Спасибо, дайте вам здоровья. Меньше уныния, чтобы всегда было доброе настроение. Помоги вам, Господь, на многое лето. Спасибо, Господи, дорогие. Прошу ваших молитв святых. Вспоминайте мне грешников, пожалуйста. А вы за нас помолитесь. Хорошо, помоги. Вы же теперь семья одна с вами, так? Да. Спасибо вам, Господи. Не падай, не падай. Как мы рады. Помилуй нас. Аминь. Вставай. Да. Как зовут? Благословение. Валентина. Валентина, что случилось? Всю ночь не спала, что ли? Переживала все. Волновалась. Ну все хорошо будет. Все будет хорошо. Самый ходовой товар за вас. Ну, вообще-то, требы и свечи, наверное, самые. Вот да. Свечи, да. Вот там находится. Да, вот хорошие. Я цветы имел в виду. Для алтаря. Масло лопатное для алтаря. Да, и ладан есть хороший для алтаря. Мастерица у нас есть, швея. Что шьет? Ну вот церковные, священнические. Да? В данном случае это не ее, она такое эксклюзивное больше. Вот такой вот платный такой. Ах, это одна вот. Будем надо.
обращаться можно? Да, конечно. Там у нас кольцо помещение, комната дежурного освещения. Там же? Да. Я вот так понимаю, у склада, со стороны улицы есть... А там где? Там вдали на горизонте штаб у нас Благовещенской станицы. Вот атаман Благовещенской станицы, в то же время староста прихода Сергей Михайлович. Здесь вот сторожка, соответственно. Детский площадка взорвана. Да, ну ее надо упаковывать, потому что у нас не готов ни объект, ни это, ни газа. Поэтому, если вам сильно интересно, как я хочу. Да нет, ничего не надо, я бы спросил.